многофункциональный дозатор MF600. Он встраивается в линию. У него есть возможности подачи начинки, такой как прямо кусочки мяса, кусочки вареной картошки, прямо на куски для теста. Да, как для самсы. Вот представьте себе начинку для самсы, мы можем прямо дозировать на порциями либо салатницу, либо на тесто. Представляем дозатор начинки к линиям формования. Дозатор универсальный, имеет два комплекта рабочих органов. Базовый комплект поршневой. И второй комплект с подключением, с возможностью подключения шнеков как рабочих органов. Отличительная особенность – это именно вот первое – два комплекта рабочих органов. Второе – это валы нагнетания начинки в бункере начинки. Отсюда сверху это будет видно. Валы с плавающими ламелями, которые поддавливают начинку в поршневую камеру, тем самым нагнетая небольшое давление для равномерности работы именно с кусковыми гастрономическими начинками. Там втулка стоит, включается втулка. Во. Вот видишь, и какой короткий. Вот такое. И они вот по размеру получается. Вот. То есть получается вот это снимаешь, это ставится сюда и вот сюда. Ну это неудобно, блядь. Это надо какие-то пружинные механизмы здесь делать, а? А, здесь есть пружинка, кстати. Это нормально снимается. Я посмотрю. Ну вот, почти до конца. А, ну то есть их будет давить, да? Почти до конца выходит. Ну то есть все равно масса должна быть. Это более для каких изделий вот такая? Это для непрерывной отсадки. Изделия, он говорил, фарш. Непрерывная отсадка. Да. Чтоб постоянно давило. Чтоб шла, да, одна большая это... полная полоса. А поршень для точечной и для кусковой. Ну, то есть кусковую здесь тоже можно, но есть риск перетирания кусковой начинки, что она будет ломаться там мягко, если какая-то. Поэтому поршень это всегда такая более универсальная история. Она работает с 90% начинки. Что делаем многоштучные изделия с порционной точкой начинки. Чебурек. А какая начинка здесь должна быть вообще? Вот эта машина такой комплектации. Вот 10 сантиметров кубических она должна брать. 10 сантиметров вареную картошку. 10 миллиметров, да. Вареную картошку. Фракцию в 10 миллиметров, да. Но, естественно, начинка должна быть связана между собой. Это не просто должна быть какая-то... Майонез. Ну, эмульсия это какой-нибудь. Сыпучая история, а? С чем-то, да, соусом каким-то замазанным. Вареная картошка кубиком. Да, она и сырая может быть, но надо, чтобы она с чем-то была. Понятно. Не знаю. Топленое масло какое-нибудь, соус, майонез, капуста, что угодно. Тушеная. Фаршированная капуста, может, она сама по себе с маслом жарится. А имеется в виду капуста такая длинными как бы кусками не будет провисать здесь? Будет, конечно, поэтому длинными нельзя. Должна резаться как короче. Короче резаться. Хвосты висеть будут. Дозатор имеет автономную систему управления и может подключаться либо к нашим линиям, либо к линиям других производителей. Другим здесь... производителям можно поставить? Да. Здесь, соответственно, настраиваются все параметры отсадки, шаг между изделиями, возможность отсадки шагово, прерывисто или непрерывно. Все параметры настраиваются, меню с другой панелью управления русифицируется. И, соответственно, настраиваем высоту подъема опускания головы дозатора. Простая, универсальная, достаточно мощная конструкция дозатора обеспечит долгую эксплуатацию.